Ассаляму алейкум. Приветствую вас на нашей утренней разминке. Я ее ведущая Ильзара Абдракимова. Сегодня мы с вами проведем общую тренировку на крупные группы мышц. Ноги, грудь, спина, мышцы пресса. Первое упражнение направлено на мышцы ног. Ноги ставим чуть шире таза, носочки разворачиваем наружу. Приседаем вниз, делаем вдох, на выдохе поднимаемся вверх, зажимая ягодичные мышцы. Далее с вами мы прокачаем внутренние мышцы бедра. Для этого ложимся на спину, ноги поднимаем вверх, на вдохе опускаем вниз, на выдохе сводим. Третье упражнение – отжимания. Для этого ложимся на пол, становимся на коленочки, руки ставим широко и делаем отжимания. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся. А завершим нашу разминку прокачкой пресса. Сегодня мы с вами прокачали все тело и выполняя эту разминку ежедневно, у вас будет хорошее бодрое настроение в течение дня. До новых встреч!